Всем привет, ребята, дорогие мои подписчики и гости канала «Мы просто рыбаки». Мы сегодня наконец-таки почувствовали весну, наконец-таки у нас сегодня хороший, обещается, теплый день. Мы сегодня выбрались на Москву-реку, город Лыткарино. Я дождался сезона своего любимого вида рыбалки. Сегодня нас ждет фидерная рыбалка весной на Москве-реке. Вот так вот, чтобы порабачить, надо еще приготовить место. И тут хоть кидать можно. Да я думаю, да. Ну что, ребят, сегодня мы не одни, со старым знакомым по первому льду, с Александром. Привет. Сань, как твой канал называется правильно? Рыбалка с Сан Санычем. Тишина, спокойствие, ветра нету. Вообще шикарная погода сегодня. Сегодня мы точно поймаем, так как сегодня в деле спецы. Саня, ты один фидер, да, только ставишь? Ну, я поддержу Сани, я тоже один поставлю. Что ж нам тут весь берег закинуть? Не, у нас будет честно. Сейчас я вот только... Если Саня еще не успеет ничего поймать, я вот поставлю фидер, и тогда мы будем... Откроем соревнования. Попробуем. Во всяком случае, я не уверен, 100%, что Саня меня обловит, но... Опять попробовать можно. Ты как, Саня, узнал про это место? В интернете кто-то проговорился, когда здесь... Брат здесь клюет, да, Саня? Леща тут дуром драли люди. Ну и... подхватил, и сюда еще много народу подхватило. Ну, тут не всегда, что прям вот можно наловить. Можно и... обкурить. Да, обкуриться. О, мусор еще несет. Надо, конечно... 60-70, наверное, течение большое. Сколько раз сюда выезжал? Всю зиму-то ездил. О, нормально, у тебя здесь уже, наверное, опыт большой. Ту зиму здесь всю я прорыбачил. Ребята, а фидер мы собираем, как обычно, как ранее в своих видео я уже показывал, как мы это делаем. Короче, ничего нового ты... Ничего нового не придумали, все то же самое. Абсолютно все то же самое. Точно никаких секретов нет? Хотел я попробовать другой способ вязки. Чуть-чуть попозже, в следующем видео. Надо подготовиться к этому. Вот настоящая аква-дискотека. Да, она чуть не работает, почему-то. Причем... довольно-таки давно, да, Сань? Я прям соскучился. Это закормочный мотыль. Добавляем в прикормку. И будем перемешивать. Сань, тебе мотыля не надо добавить? Какая красота! О! Аниса добавили, прям вообще запах, прям. Рассыпчатый получается. Вот это вот идеально для того, чтобы закармливаться. Не
к чему там, как чего. Я говорю, что ты? Да я на Ялте сижу. Мы тут с Диманом тоже сейчас это закончили обзор, наконец-таки сделали этих зимних блесен для ловли окуня по первому и последнему льду. И сейчас думаем, как разыграть их. Но Москва-реки, когда 27 килограмм поймал, это вот в основном ночь. Я просто всю ночь, блин. Я на два фидера еще сидел, я один убрал, я просто невозможно. Такие загибы прям, ох. Все, все. Там бровка, да, оторвал он. Ай, яшки ты матрешка. Лещик, лещик. Я говорю, вот эти камни. Все, камни. Хороший был, да? Да, может, граунд 700-то был. Ну, начал так хорошая поклевка. Видно, что это уже крупничок. Я уже сегодня два крючка здесь потерял. Ладно. Ждем. Сопротивляется. Коряга. Нет, не коряга. Тут бьет, я прям чувствую, бьет. Вот он. Ох, нифига себе. Вот. Тихо, 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 тихо. По этот. Вот он! Вот он! Красавчик! Хорошая поклевочка была такая, прям дух-дух-дух, блин! Да. Сань, хорош, да? Грамм 700, на. Да. Да нет. Наконец-то! Вот это! Хотелось бы еще поделиться с вами, на что мы сегодня ловим. А ловим мы сегодня, так как я накосячил, как всегда, взял дунаевскую, но хотел на подлещика, а получилось у нас на плотву. И особенность то, что именно на Москве реке мы ловим на черную. В основном как бы она всегда работает. А также к этой прикормке мы добавляли жмых. Он у нас очень пахучий, сам бы съел бы, но все туда. И самое главное, что, ребят, еще при замешивании обязательно корм должен быть рассыпчатый. Да, и кстати, туда же мы еще добавляем закормочный мотыль. Вот на такой ведерко у меня получилось 200 грамм мотыля, пол пакетика жмыха и один пакет дунаевского. По поводу фидера, значит, перекидываем каждые 3-4 минуты, и в данный момент как раз настало то время, когда нужно перекинуть фидер. Так что идем и перекидываем фидер. Оснасточка у нас самая обычная, ходовая кормушечка, фидергам и поводок. Поводок берем в среднем от полуметра до метра. Сегодня крючочек мы используем 14 размер. Опа. Слушай, Сань, я тебя обманул. Кормушка-то не на 70, а на 90 грамм идет. На крючочек насаживаем, как правило, 2-3 мотылька. Протыкаем чуть выше головки и протаскиваем. Он очень давно занимается. И хороший трофей-то. Кормушечка со сводиком. Хорошенькая кормушка. Я вижу, что качественная, прикольно. Так, напишите в комментариях, кто здесь кормушку потерял. А солнышко-то припекает.
везде хорошо там, где нас нет. А теперь самое интересное. Отпускаем рыбку нашу. Плыви. Плыви. Пошел, пошел, пошел. Так. Ну что, ребят, ловить здесь больше нечего. Сматываем удочки. Все стараюсь погасить, влезет или... Баллончики не пригодились. Ох. Как хорошо здесь, прям ступим. Есть мусор с собой. Вот и все. Как знаешь, открывает? Ну все, порыбачили мы. Сегодня, как вы видели, результат. Фидерная рыбалка, сезон открыт. Всем пока, и мы поехали дальше. Ну все, ну, Сань, давай, пока. Спасибо за рыбалку. Увидимся, порыбачим, да, еще. Еще обязательно. Все, счастливо. Счастливо.